Добрый вечер. Я Олег Стреляный. Снова с вами. Сегодня, 4 декабря 2010 года, я зашел на огонек к друзьям. Моих друзей объединяет любовь к песне, к театральному искусству и желание проводить свободное время интересно и насыщенно. Это бар-театр. Нами всеми, тем, что мы вместе, тем, что нам хорошо вместе, тем, что когда мы вместе, мы что-то делаем, и у нас что-то получается, и то, что получается, нравится другим, а нам это нравится. И нам нравится, что мы можем сделать людям хорошо. Мы будем это делать и дальше. Спасибо. Сегодня я на репетиции новогоднего вечера, который состоится 25 декабря в субботу в Торонто. Если вы бывали на бардовских слетах, то наверняка знаете, что такое бардовский капустник. Это сценки, шуточные песни и пародии. Вот распелись, черт-то дети! Нет, за них я не в ответе. Тормози скорее, Солоха! Ребята бар-театра сами пишут сценарии, тексты, песен, сами создают декорации и костюмы для концертов. Да, ты, может, вы нам что-нибудь споете? Говорят, в Одессе. Начинается музыка, ты делаешь маленькие шажки вперед, тут на тебя догоняет Вакула, натыкается на тебя. Саш, самое сложное чего в создании спектакля? Верить, что ты артист, не работник где-то или еще что-нибудь, а что ты артист и что ты можешь сделать сильно, красиво, чтобы всем понравилось, наверное. Спасибо. Мы с тобой давно уже не те, мы не живем делами грешными, спим в тепле, не верим в темноте, а шпаги на стену повешены. Приходите на новогодний вечер, который состоится в помещении Andra Dance Studio. Который состоится по адресу 4590 Даффрин Стрит. 25 декабря в субботу в Торонто. В 7 часов. Чай, кофе. Ну и хорошая музыка. Танцы, комфорт и уют. Добрые друзья и старые знакомые. Так. Приятные в общении люди. Это мечта. Мечты сбывай. Да закружился, закружился снег шальной. Да над моей